Добрый день, друзья. Рад вас видеть здесь. Сегодня у нас 30-й праздничный мероприятие, ивент. Причем предновогодний, да, мы все Новый год. Сегодня хотел бы сказать спасибо всем, кто нам помогал, нашим спонсорам, нашим информационным партнерам. Спасибо Кнеу за возможность проводить здесь подобные мероприятия. Значит, по мероприятию скажу, вы получили на входе вот такую вот анкетку. Пожалуйста, заполните ее, и в конце доклада, после выступлений, вы сможете обменять анкету на лотерейный билет и получить возможность выиграть какой-то приз. Это там брендированные футболки, ручки, чашки. Вот. Это по анкете. Также вы можете задавать вопросы непосредственно спикерам во время их выступлений и после выступления. За самый интересный вопрос также будет подарок специальный. Будут определять наши спикеры, какой подарок и кому вручают. Значит, у нас два доклада. Длительность будет продолжительность около 40 минут. А после первого доклада будет 15 минут перерыв, когда мы будем общаться, будем слушать мандаринку, да, задавать вопросы какие-то. Значит так, первый у нас доклад будет от Юрия Лучанинова. Пожалуйста, поприветствуем его. Firefox и Smart TV,
любом тут так, что все это нужно десктопное приложение. Кстати, если кому-то интересно, мы притащили с собой Tizen, девелоперскую версию, можно посмотреть на новую мобильную платформу. Не буду делать антирекламу, телефон хороший, да? Но, как сказал следующий докладчик, это ужасный совет. О, и когда приходят к товарищам, говорят, надо написать на JS под мобильник. Вот, и тут начинаешь изучать вопросы, и все себя позиционируют. Существует куча фреймворков, куча платформ, совершенно разных архитектурных. И все почему-то себя позиционируют вот так. Да? Как он? Кто-то в реке рыцарем сияющий в доспехах, кто-то ассасином. Тут сидит один друг ассасин. Корпоративная шутка, прошу прощения, да. Вот, но на самом деле, когда начинаешь это все углубляться, получаешь зоопарк, причем зоопарк с тысячи возможностей, вот, абсолютно собственный, какой ты захочешь, и вот как там правильно написано, выбери из большего количества забавных и экзотических животных. Но ты пытаешься что-то делать. Вот, я писал на JS под мобильник, я писал мобильные веб-сайты. Начинаешь писать фронтенд приложение, у тебя ничего не работает. Или я писал на JS под Titan, переходишь на фронтенд, у тебя все. А потому что там совершенно разная архитектура. Вот, совершенно разные подходы. Вот. Сегодня мы поговорим о тех вещах, которые на мобильных устройствах используют следующий подход. Когда у вас есть какое-то HTML-приложение, веб-приложение, которая, собственно, использует HTML, которая использует JavaScript, CSS, и это все работает на мобильном устройстве, то есть без разницы как. Это может быть веб-сайт, это может быть веб-аппликуха, которая загружается с сайта и там дальше работает. Это может быть гибридное приложение, когда у вас часть кода выполнена нативно, а часть визуальная, визуальное представление для конечного пользователя. У вас крутится HTML плюс CSS, вот это чуть дальше слайд. Вот. Это может быть фонгап. Да. Вот знаете, как говорят, когда спрашивают, а ты кто? Я фонтан программист, как это уже как алкоголик. Вот, к сожалению. Почему? Потому что все когда-то пробовали, никому не понравилось. Вот. Вот, что же надо делать, чтобы понравилось? Вот. Но когда начинаются вот эти все разговоры по поводу JS, HTML, CSS, вот, приходит, начинаешь изучать их, лезешь в интернет, видишь ссылочки, да, там вечный холивар, вечная война. Одни говорят, что JS победит, другие говорят, что Native победит. Все приводят кучу долларов, огромное количество. Одни говорят, там, вот Mozilla собрала Unreal 3, как бы, четвертый, да, под Asm.js, правильно, четвертый Unreal, да, который крутится в Firefox. Последний Chrome поддерживает этот движок, там чудесно все работает, очень с такой скоростью, то есть несопоставимо. Кто-то приводит там, вспоминается летняя статья в одном из блогов товарища, который пишет нативно под iOS, почему HTML-приложение никогда не победило. Представляете себе статью в блоге, которая набрала больше 20 тысяч комментов. Вот, насколько это все завело. Он начал там приводить различные тесты. Например, он там тестил с помощью SunPitch, по-моему, тест называется, да, там 3D-рендеринг, там еще функции Fourier, там еще что-то, там большой кейс тестов. Но на самом деле вот эти все, эта вся война, она никому не нужна. Реальное мнение пользователя о выбранной платформе. Вот у нас есть одна сотрудница, она подошла, спрашивает, а какой ты доклад делаешь? Я говорю, ну я вот рассказываю, как выбирать себе платформу и все. Она спрашивает, а зачем? Я говорю, ну, это работает тут быстрее. А,
говорит, а мне какая разница, я взяла, если работает, значит хорошее приложение, плохое, не работает, значит плохое. Вот, поэтому вот это ИЧО, это реальное мнение. Конечного пользователя не интересует, на чем вы написали программу. Поэтому не будет разговора войны JS против Native, не будет ничего. Будет просто разбор, почему JS настолько медленный в мобильных устройствах. Помните, в самом начале беседы я сказал, что есть такая категория приложений, как гибридные приложения. Вот, это когда часть приложений выполнена у вас веб, то есть вы показываете веб-вью, вот, и это отображается. На самом деле, тут огромное количество человек пользуются этими приложениями, даже не понимая, что они пользуются гибридными приложениями. Да, всем нашумевшие iOS, да? Куда уж дальше по отзывчивости и все остальное. На самом деле iBooks — это чистое гибридное приложение. У него внешняя часть сделана в веб-вью. Вот. Другое дело, что там оно сделано достаточно хитро, и вы не получите те условия, какие видите. Но аналог читалки на мобильном устройстве, я могу там в конце, я обещал примеры, к сожалению, я думал, что будет HDMI выход, я показал прямо на экран. Если кого-то заинтересует, есть тормознутое устройство и нормальное устройство. Можно будет посмотреть одинаковые примеры. В том числе там есть читалка. Да? Вот один из кейсов, в которых используются гибридные приложения, это Rich, богатый оформленный визуальный интерфейс. Наверное, это самый главный кейс. Вот, не только редактор, речь текста эдитора, не только там читалки какие-то, которые имеют внутреннее форматирование параграфов, там где есть буквицы, там где есть внутри параграфов текста, не только. А вообще, вот, допустим, вот там на слайде есть в уголке скриншот MVS-ского приложения, оно делает очень просто. Оно, собственно, полностью нативное, но когда вы получаете репорт приходит с генерированной HTML-страничкой в само нативное приложение. И когда когда продавец смотрит, он получает часть визуального представления именно сервера. Поэтому не стоит думать, что я сейчас расскажу то, что я рассказываю, это касается фундапа. На самом деле некоторые вещи, которые сегодня будут упоминаться, ложатся в кейсе нативных приложений. Например, когда вам необходимо сделать трехмерную галерею какую-то там небольшую. У вас есть набор bitmap, да? Вы не знаете собственного OpenGL, у вас есть, допустим, веб-дизайнер. Да? На самом деле трехмерная галерея с помощью CSS 3 на любом устройстве работает достаточно адекватно, хорошо. Все, кроме второго Android. Так, про Android отдельно. Я сам нативщик. Так что же мешает приложению на JS, я не говорю на фундапе, на JS или гибридному приложению, или кроссплатформенному приложению, вообще веб-сайту быть для пользователя хорошим приложением? Мешает то самое, о чем мы вот эти 15 минут только что говорили, это отзывчивость. Есть такой товарищ Джейсон Сэмл, который сказал, что он обозреватель трех огромных технических порталов, двух журналов, вот, который сказал, что, наверное, самое сильное достижение платформы iOS — это точное поведение элементов на юзер-интерфейсе, на пользовательском интерфейсе, точно так же, как объектов в физическом мире. Допустим, вы кладете бумажку на стол, начинаете эту бумажку двигать пальцем. Бумажка четко двигается за вашим пальцем. Почему? Вот, вы не испытываете. Ну, почему? Потому что вы к этому привыкли, так устроен физический закон. Да? Вот. А что происходит на мобильном устройстве? Да? У вас есть какой-то drag-and-drop интерфейс, вы кликнули пальцем и начали тащить. А там какая-то задержка, 100 миллисекунд, 150 миллисекунд. И что-то не так, вот что-то приходишь, показываешь, и этот
Человек смотрит, пользователь, знаешь, оно все работает, но как-то не так, мне не нравится. То ли она тормознутая, то ли еще что-то. Вот. Так вот, весь сырбор всего доклада и всей мобильной разработки, кросс-платформенной, на JS, вот, это создать отзывчивое JavaScript HTML приложение так, чтобы элементы интерфейса четко соответствовали поведению физического мира. То есть вы, как уже взрослый человек, у вас выработались подсознательные инстинкты, что если вы начинаете двигать тот самый листик по столу, он двигается четко за вашим пальцем. И даже если там программист создаст безумно красивый интерфейс, в котором время реакции между началом драма вот, и смещением объекта будет в 100 миллисекунд, вы не получите удовлетворение от конечного пользователя. Вы получите вот тот самый отзыв. А вот как-то не так он двигается, чуть-чуть тормозит. Почему? Потому что у вас выработались инстинкты за всю вашу жизнь. И вы ожидаете, что если вы манипулируете каким-то объектом вашим пальцем, то, соответственно, этот объект должен двигаться. Вот. Так что самое лучшее мобильное приложение для пользователя – это то приложение, которое адекватно реагирует на его взаимодействие. Ну, я пока на другой слайд не перехожу. Тут не могут, там, например, возразить, так в чем проблема? Там приходите, а вы лишь тормозите, подходите к девелоперу, он берет это приложение, надо оптимизировать. Надо оптимизировать, он же JS девелопер, JS девелопер. Он садится и оптимизирует JS. На самом деле не все так плохо. Вот. Для того, чтобы оптимизировать на мобильном устройстве, надо понимать несколько вещей. Там, к сожалению, там съехала первая строчка. Вот, но это есть три больших пункта. Это специфика мобильной разработки, знание работы браузера и в вебе нет визуальных каталогов. То есть если вы приходите к нативному программисту, вам нужно на Android реализовать весь мир, а на iOS Table View, да, он взял готовый класс, взял оформление, начал. В вебе такого нет. В вебе есть скотч-библиотека. Вот, вы начинаете юзать, в одной есть одно, в другой другое, вы начинаете совмещать, там начинается, выплывает история, когда у вас огромное количество, извините за подробности, звездолетов, да, приходят один ящик. Ну, почему? Потому что каждая библиотека звездолет, вот. Но ящик надо перевести, на одном экране вам нужна красивая кнопка со свайпом, на втором экране у вас должен быть список плавный, с плавной прокруткой, на третьем аналитике. Что делает нормальный вебчик? Он залез, если у него есть там набор десятка этих библиотек, с которыми он привык пользоваться. Да, он взял. В лучшем случае, если, ну, я сталкивался, когда в конторе есть там best practice, да, собранная либо, ты хочешь, там не будем контору называть, ты хочешь, вот, вот это вот, пожалуйста, вот тут есть это, а это хочешь, пожалуйста, или есть. Вот. Так вот, сегодня поговорим немножко о том, что в вебе нет юзер-контрола и что для этого требуется сделать, о специфике мобильных устройств, о задержке в 300 миллисекунд, о загрузке файлов, о проблеме касания. Вот. Поговорим об оптимизации Render 3, об оптимизации документа Object Model и немножко о JS. Вот. Ну, начнем, пожалуй, с самой нашумевшей, самой эффективной, да, с задержкой 300 миллисекунд. Вот. Некоторые слышали, некоторые не слышали. На самом деле штука очень интересная. Производители мобильных устройств подумали и решили. Что у нас самое затратное в вебе? Вот когда с мобильника работаете, а? Это сетевой запрос. Вот надо отправить куда-то данные, прийти и в этот момент все объяснить. Да? Надо избавиться
лишних запросов. Да? Давайте сделаем и введем 300-миллисекундную задержку, все равно на глаз это не видно, для того, чтобы не было случайных касаний. Вот как мы до этого говорили, вы когда держите телефон в руке, вы манипулируете пальцем. Да? Может кто-то сталкивался, может не сталкивался, когда телефон большой, боковыми пальцами там случайные касания происходят. Вот. Они сделали так. На уровне драйвера самого WebView, вот, там есть задержка в 300 миллисекунд. До фаера в доме клика самого. На самом деле, ну, это для веба полезно. Проблематично в том, что мы только что говорили, что 100 миллисекунд уже вызывает дискомфорт. А 300 миллисекунд вообще вызывает истерику у рядового пользователя. Вот, ну представляете, мы нажали на кнопку, на каждую кнопку по полсекунды ждать. Да? Вот, не совсем удобно. Фикситься очень просто. Даже фикса нет. Вот, свеживаете touch-stop, touch-end и вызываете то, что вам нужно. Количество библиотек для исправления этой функциональности просто зашкаливает. Они вычисляются сотнями просто. Вот. А в последнем хроме они вообще фишку сделали. В 32-м мобильном, ну, в 32-м хроме мобильной версии они убрали этот delay и в гугловском блоге опубликовали видео, насколько это круто. Вот. Поэтому поговорим немножко дальше о других крутых вещах. Вот. Поэтому об этом надо знать, и если вы делаете что-то мобильным, у вас достаточно корректный User Interface, поставьте, уберите эту задержку с помощью любой библиотеки. Там самая маленькая, по-моему, 6 строчек, самая большая 1500. Если кого интересует, я могу рассказать, почему так много. Видите вот этого мужика? Это не мужик, это палец, да? Сейчас поговорим о том, что не все, что кажется, соответствует действительности. Вот. Мы последние 20 минут говорим о том, что пальцы — это наши манипуляторы. Но если вы работаете на компьютере, у вас, собственно, манипулятором является мышь. Вот. И когда вы двигаете курсором мышки, да, у вас там, вы точно знаете, что окончание стрелки там, это и есть ваш пальцы. Но на вашем пальце точки нет. У вас есть огромная подушечка пальца. Вот. И вы когда касаетесь какого-то элемента на пользовательском интерфейсе, точка прикосновения не соответствует реальной точке касания. Это происходит по двум причинам. Первое, это та самая, потому что у вас нет конкретной точки касания. А второе, потому что никто никогда не держит мобильное устройство ровно. Все держат его под углом. Ну потому что так удобно руке, так это. Соответственно, подушечка пальца тоже никогда круглая не бывает. Вот. И драйвер тач-скрина делает за вас максимальную работу, оно вычисляет эту средневесовую точку, вот, и передает дальше в WebView о том, что вот эта точка касания. Но еще следует учесть, что у нас был случай, когда в одной программе в интерфейсе была девушка такая нарисована. Вот. И медицинская программа. И были узловые точки, в которых надо было обозначить уровень боли. Ну, это типа мануальной терапии или там что-то такое. И вот отдали на тесты эту программу, и приходит фидбэк о том, что кнопки нажимаются через раз. А проблема оказалась следующая. Контактная площадка, которая обозначала узел, вот, например, локоть там, или плечевой сустав, она визуально была, ну, такой, как нарисовал дизайнер, она была маленькой. И человек, когда нажимал пальцем, вот, ему казалось, что он попал по этой точке, а на самом деле ничего не происходило. Вот, а вы представьте, что если этой программой начнет пользоваться большая толстая медсестра Негритовская, извините, пожалуйста. Знаете, в фильмах показывают, да, такая? Она берет такая и пытается попасть по локтю на iPhone. Ну, тяжеловато, да. Поэтому вот это вот называется проблемой касания. Это когда элементы вашего пользовательского интерфейса должны быть строго определенного размера.
Вот, тут нету ни одной цифры. Почему? Потому что самый лучший документ, который я по этому поводу встречал, это рекомендации от компании Microsoft для разработки под Windows Phone. У них там есть, можно скачать большой PDF, вот, достаточно. Там четко написано, какой DPI устройства, какой размер экрана устройства и какой размер кнопки, и какой размер фонта должен быть. Люди потратили на это не один месяц, ни одного раза, ни одного человека. Вот там четко все посчитано, все. Почему? Для того, чтобы любой человек среднестатистически мог попасть на кнопку. Вот, что нам делать? Вот. Или мы пользуем рекомендации Microsoft, или мы используем небольшую хитрость, мы делаем прозрачные пейдинги вокруг кнопки. Вот. Знаете, там вот в Wave есть очень часто говорят, убирайте прозрачные пиксели, это у вас тянется через через сеть там, и все остальное. На самом деле, если мы говорим о гибридных или фронтах приложениях, то вам абсолютно все равно, потому что все файлы у вас лежат реально на устройстве. А если мы говорим о мобильных веб-сайтах, то вам тоже достаточно все равно, потому что нормальный фронтенчик склеит в тайл, да, и один тайл придет, и эти 2-3 пикселя прозрачных снизу кнопки он никогда не заметит. А 3 пикселя снизу при среднем DPI-устройстве 250 не лечит эту проблему. Вот. Наверное, поговорим о самом достаточно, ну, как сказать, не самом сложном, а самом невоспринятом в мобильной разработке Adobe, Document Object Model. Вот. Если там загуглить, есть куча картинок, кто как хочет, тот так и рисует, там файл нарисован, там еще что-то, там дерево, там рендер 3 работает. Вот. А потом можно взять какой-нибудь эпохальный труд, например, товарища, забыл, как в гугле инженера-адвоката, Полариш, зовут там. Вот. Он с одной программисткой израильской 2.5 года писал эпохальный труд, как работает современный браузер. Реально труд эпохальный. Вот, его можно найти в русском переводе, в английском, то есть на HTML Fireworks есть в английском переводе. Вот. Там есть вот такая схемка. Это схемка Chrome. Вот, очень похожая есть по Firefox. Вот. Но в этой схемке есть вот такой вот мужик там серым лицом с двумя оранжевыми буквами, которых ни в одной схеме нету. Вот, это garbage collector, мы о нем чуть попозже. Вот. Но сейчас я обещал рассказать, как работает браузер. Для разработчика программ на JS и HTML, вот, главное понимать 4 вещи. Я на самом деле не сильно понимаю, как он работает, но прочитал очень много и выяснил для себя следующие вещи. Первое. Как бы вы ни старались, вы никуда не денетесь. У вас есть 4 основополагающих механизма, как рендерится страничка. Вот. И несмотря на количество огромных вот этих квадратиков, которые нарисованы, самое главное это фиолетовый треугольник, дом, а дальше и баннер. Вот. Это то, что у вас происходит постоянно. HTML вы загрузили, CSS вы загрузили, вот, и все остальное. Вы так манипулируете дома. Вот, что такое attachment? Attachment — это применять стили к Render 3. Вот. А парсинг — это отрисовка. Вот если взять, там, например, любую статью посмотреть, там, где написано, что надо сделать для оптимизации производительности. Да, там есть стиль классический, который у него с заказа, есть HTML 5 Rocks. Вот. Там все рассуждают о том, что вот надо снизить максимально rewind, flow, о том, чтобы, например, там, для анимации повесить на абсолют использовать Transition 3D, об этом немножко. Об этом всегда можно почитать. Почему-то никто не пишет, а самая большая проблема — у вас приложение никогда не состоит из одной странички. У вас приложение всегда состоит минимум из десятка.
нормальное приложение. Да, простое, это, ну, 5-6 страничек. Вот. А если вы разрабатываете гибридное приложение, у вас, не дай бог, еще беседа, да? Оно у вас где-то должно храниться. Ну, как делает сейчас подавляющее большинство фреймворков для мобильной разработки. Например, всеми любимый или любимый jQuery Mobile, да? Вы наверстали это все в одной HTML, у вас все странички имеют data raw page, и в тот момент, когда вам нужно что-то поменять, да, он обращается к этому дому, этот page вы делаете дисплей, но этот page вы показываете, дисплей был. Но при этом может еще сопровождаться какой-то CSS-анимацией. Вот. Все было бы неплохо, кроме одного. jQuery Mobile официально отказался от поддержки слайд-анимации на втором андроиде, а сейчас поговорим почему. Вот это снизу, это реальный скриншот одной программки, которая, слава богу, уже зарелизилась. Да? Вот, это большой Hork система для отелей, там огромное количество страниц, и только в этой странице используется 300 HTML-тегов. Вот. А таких страниц, вот, кроме бесконечного списка, там еще, ну, порядка 30, да? Вот. Представляете, это все в такой простыне, плюс стиле. А получаем мы следующее. Там вот есть циферки, я надеюсь, хорошо видно, да? Что если у вас в индекс HTML всего 3 элемента, и вы делаете к ним query selector, я не говорю про jQuery, я сейчас получаю просто ссылку на элемент дома. Это 3000 миллисекунды. Если у меня 10 тысяч элементов, то это 0,36 миллисекунды. Если я юзаю jQuery selector, это 2,5 миллисекунды. Ну, все ж грамотные люди, все знают, что гладкая анимация должна быть 60 FPS. 60 FPS – это 16,7 миллисекунд бюджет кадра. Вот. А у вас только запрос идет 2,5 миллисекунды. Вот. Давайте еще на это получение элемента, а потом его мутация, добавление стилей. У меня есть демка, там где просто attach, reattach одного узла с 5000 элементов занимает на мобильном устройстве 10 секунд. Это хромовское плейн. А представляете, вот вы заходите с Android на официальный сайт jQuery Mobile, вот, загружаете демку, и там на какой-то кнопке есть переход между страницами 7,5 секунд. Как вы думаете, какой-нибудь пользователь будет пользоваться этой программой? Да, все грустно замолчали. Да? Вот, что с этим делать? Там ничего сложного нету, там есть такое слово, да, по-английски, пошел вон отсюда. Вот. Бороться с этим очень просто. Смотрите, у вас есть, вы загружаете HTML какую-то пустую, которая содержит только один контейнер. Вот. И в момент, когда вам надо показать что-то, вы рендерите. Так делают вторая половина фреймворка, которые занимаются темплейтинг, где там еще что-то. Вот. Но что делать, если у вас есть готовый уже проект, и вам надо оптимизировать? Вот, он наверстан в одном HTML. Вы берете просто и выталкиваете из дома, из основного дерева, те элементы, которые отвечают за ваши страницы. Получаете пустой корень дерева. Помните, там, где была схемка с браузером, там был нарисован сервер Darth Vader. Вот, это garbage collector. Так вот, он в этом кейсе не работает. Если у вас осталась ссылка непосредственно на какой-то дом-элемент, который не принадлежит родителю, который рендерится, вот, garbage collector никогда не почистит. Это очень сложно звучит, на самом деле реализуется одной командой remove node. Вот. Он вам возвращает на ссылку на remove node. Что это нам дает? А дает нам это,
Сейчас попробую немножко переключиться назад. Не получится. Ну ладно, это следующий слайд сейчас. А дает нам это очень простой следующий. Если у вас сам рендер 3, сам дом, он пустой, в нем содержится только одна страничка, которая непосредственно видна сейчас пользователю. Вот, соответственно, вся анимация, все это, как сказать, user interaction, все взаимодействие пользователя, вот, будет происходить достаточно моментально. Не будете обрабатывать огромные все страницы, которые у вас есть, даже если они не видны. На самом деле, дисплей блок вас отключает только кусок, ответственный за рендер 3. А вынос узлового узла дома из основного дерева, он вас отключает и attachment, и все, что идет за ним. То есть фактически у вас вся машина браузера, она разгружается. А вот там на слайде с кошечками был момент, когда я говорил, что в Эдди нет визуальных компонентов. Вот. И самый, наверное, сложный компонент для реализации, самый сложный для восприятия — это списки. Почему? Потому что в подавляющем большинстве мобильных программ есть списки. И человек, который пришел из фронтенда, ему нужно наверстать список из тысячи элементов. Что он делает? Он делает руку, и там тысяча лишек. Да? Вот, замечательно. Оно все в десктопе работает, ну реально, да. Если ему надо сделать что-то более адекватное, более там прогрессивное, все, он юзает, в вебе появился новый паттерн, бесконечный список. Это когда вы доскраливаете до конца, он pull to request, как велся, догружает необходимый. Вот, ну это ничем на самом деле не лечит. Если вы дойдете до конца в таком визуальном компоненте, у вас все равно в день для отображения будет все 1500 элементов. В нативном коде, вот в тех самых компонентах table view или list view, реализовано совершенно по-другому. В нативном коде существуют только те элементы списка, которые видны вам визуально, плюс некоторые, которые хранятся в кэше. Что происходит? Когда вы начинаете скроллить, и элемент скрывается из вашей области видимости, он помещается в кэш. Вот. Потом этот кэш обращается к адаптеру, вытаскивает новые данные, загружает этот элемент и переставляет ему позицию заново. То есть и циклически двигается. И нативному компоненту абсолютно все равно, сколько там элементов. Там 5000 элементов, 100 тысяч элементов, 20 тысяч элементов. Без разницы. По поводу демо могу показать список вот в такой реализации, как JS и нативный скролл, Button Quest, и показать, как это отзывается на производительность на разных платформах. Но это в том тулоре. А теперь вот о Дарте Вейдере или вот о таком товарище с Львов, Гарбич Коллекторе. Вот. На самом деле, сегодня в одном чате я задал вопрос, о нем чуть попозже. Вот. Кто-то работал с кейсами, когда надо избавиться от Гарбич Коллектора и все остальное. Мне спросили, а неужели существуют такие узкие места, где Battle.net является гарбич-коллектор JavaScript-машин? Вот. Существует. Это мобильное устройство. Почему? Потому что, как здесь написано, гарбич-коллектор, если ему надо что-то почистить, он останавливает абсолютно все. Что бы вы там ни делали, он остановит все, почистит и опять все запустит. Но самое противное, что garbage коллектору необходимо несколько проходов. И несколько проходов эти связаны с тем, что garbage коллектор должен вычистить циклические ссылки. Вот. Если есть фронтенщики, которые работали с E8 номерами, знают, что были такие случаи, когда вы какой-то
элемент HTML мутировали, да, сделали ему кастомные свойства или атрибут, добавили туда ссылку RGS, а эти, эта мутация приводила к невычищаемым этим элементам, такая программа текла. Вы оставляли закладку, допустим, на ночь, и просто интернет-эксплорер утром плавал. Это потому, что они не могли вычистить циклические ссылки между JS и HTML. Вот, сейчас это все чистится. Но самое главное вот в этом слайде, это то, что garbage collector вас остановит. Все, что бы вы ни делали на мобильном устройстве. Анимацию, скролл бесконечного списка, все что угодно. Это те самые, вот, это то самое дрожание, которое никому не нравится. Вот, вы когда начинаете скроллить, а у вас вот так вот дергается все. На самом деле, ну, с этим достаточно просто бороться, если понимать, что происходит. Ой, так, что-то совсем не в ту сторону. Да, сейчас во времени быстрый вопрос, да. Вот, Selenium возвращать из евроскриптовой функции просто литеральный объект. Вот, для garbage collector это мусор. И его все равно обычными скобочками завернули, это пустой объект, он когда-то должен почиститься. Вы его обработали, вот, и в этот момент останавливается. Да, на предыдущем слайде был лобчик кто-то. Вот. Я был на одной презентации, там мне сказали, что лобчик это очень прогрессивная технология, это действительно прогрессивная технология. Вот. Но проблема состоит в том, что ни одной реальной реализации, которая не трогает garbage collector, я не видел. Вот. Почему? Потому что используется сплайс массива, сплайс массива генерирует новый объект из массива. Вот, ну, надо завязывать, поэтому, а как же файл лодит, да? Вот, мы сегодня поговорили о JS, поговорили о доме, вот, а файл лодит очень просто. Все те же вещи, что и в обычном вебе, кроме одного. Вот, вы используете мобильное устройство, и в мобильном устройстве есть радиопередатчик. Этот радиопередатчик имеет три уровня работы. И если вам необходимо просто загрузить, и вы загружаете пакетно, это не страшно. Но не дай бог, ваша программа работает с сетью. Что происходит следующее? Вам необходимо отправить какой-то пакет данных. Если этот пакет маленький, он что делает? Он отдает в драйвер network. Вот. Драйвер поднимает уровень, то есть будет этот радиопередатчик. Этот маленький пакет данных уходит, вот, потом он переключает в режим ожидания, и там где-то около 10 секунд он ждет, а не отправит ли еще что-нибудь, потом отключается опять. В итоге, вместо того, чтобы взять эти маленькие пакеты данных, сложить все в одну отправку, отправить этот небольшой пакет данных, вот, есть этот, у вас происходит так называемый дрейн батареи. Батарея высасывается. Вот, есть исследование компании Motorola, когда они изменили всего две строчки в своей программе, убрали пересылку маленьких пакетов данных и сделали конкатенацию в большую строчку, так вот у них потребление батареи в программе снизилось на 98%. Вот. Так что понимаете, пожалуйста, что вы работаете на мобильном устройстве, там не только процессоры ограничены, а еще и батарейки. Вот, ну, собственно, все, вопросы. По поводу примеров, пожалуйста, после вопросов можно будет подумать. О, хороший вопрос, Конвайс Basic UI. У нас был прецедент с тем же самым андроидом, нужно было сделать список. Вот. А на самом деле прикуха достаточно сложная, там, ну, к
календарь с графиком, причем на каждом дне графики. Надо было, чтобы он адекватно скроллился в ту другую сторону. Так вот оказалось, что самый оптимальный подход, точно так же, как и в приложениях гибридный подход, точно так же гибридный подход и в Canvas Basic UI. Это когда не весь UI нарисован на канвасе, он не будет отрисовываться, там FPC очень сильно падает. А когда части UI отрисованы на канвасе, ускоряется и анимируется с помощью CSS. Да. Вот. А для того, чтобы вынести на GP, не обязательно на канвасе рисовать. Можно Translate 3D со всеми нулями или Translate сделать. У вас вынесется на GP, но это не трудно прочитать, это достаточно распространенная техника. Нет, поэтому канвасом мы юзать не будем. Уже пробовали. Не работает. Взять там один круг, спрайки, взять
исправить и привести их на экран. Все теперь это фактически моделирование мира, это моделирование физики, это добавление какой-то очень большой информации. Для этого всего нужны, естественно, у нас какие-то инструменты. Вот в этих трех движках они есть. То есть есть редакторы графики, есть редакторы логики, есть редакторы физики, есть редакторы интеллекта. Есть огромное количество других хороших игровых движков, типа там Unreal или Cocos 2D и так далее, но там нет вот как раз этой составляющей, которая позволяет вам дизайн, с одной стороны. С другой стороны, используя эти движки, вы можете не вникать во всякие разные тонкости программирования, высококачественного интегрирования или программирования реальной физики. То есть можете, конечно, и вникать, но можете и не вникать. Вот, ну давайте, наверное, начнем. Сейчас мы проверим, откуда не надо эти диски. Начнем с Unity. По слухам, Unity родилась как неудавшаяся игра. В 2005 году компания Unity Technologies, которая штаб-квартира, которая находится в Дермарке, попыталась сделать какую-то одну игру, продать ее. Это была веб-игра, веб-плагин, 3D. Что это за игра, история умалчивает. Опять-таки, эту легенду я слышал от одного из евангелистов Unity, когда был на его докладе, то есть можно верить в принципе. Но у них как бы игра не пошла, а двигло, которое они там написали, это редакторы, все остальное как бы осталось. Они попробовали его толкнуть. Первая версия Unity была выпущена в 2005 году. И, собственно говоря, последняя версия, которая сейчас есть, Unity 4.3, это кабель они выпустили, значит, 400 тысяч активных пользователей и около 2 миллионов зарегистрированных пользователей. Сама компания Unity Technologies, она не очень большая. У них девелоперский офис есть в Литве, у меня вернулся тут мой подсказчик. И самое интересное, у них есть офис на Украине, в Одессе, кто мало кто знает, 15-20 человек у них сидит в офисе QA, автоматизированная QA. Общался с этими ребятами, лично очень клевые ребята, очень классные пацаны, очень много интересных вещей рассказывали. Что, собственно говоря, у нас есть в Unity? 3D-физика. 3D-физика в Unity основана на известном пакете GigaPhysics Physics. 2D-шная физика, которую они добавили недавно в 4-й версии, и, может быть, кто-то из вас игрался на iPhone или на Android, всем известную злую птичку компании Rover. Так вот, 2D-физика используется в 2D. Аудио используется F-мод, есть такой потенциал движок. И мультиплеерный движок у них RAC NEM. В общем-то, если как бы кто-то знаком с этими технологиями, я слышал, это все open source. То есть ребята взяли все самое лучшее open source, то, что было наработано годами, то, что имеет свои какие-то движки, своих прочитателей, контрольников, очень аккуратно это все скомпоновали и теперь успешно работает. Система интеллекта будет самописная своя, я не знаю, что мы брали у кого-то, будет чуть-чуть так для НСРС. Давайте еще одну магию. Вот.
году я был на выставке Incognition Europe в Париже. И приезжали ребята-разработчики, это я думаю, если не ошибаюсь, из Австралии, которые очень интересные австралийские английские. Вот, они ее там показывали, и эта игра выиграла один из призов, типа там, Рубавли, открытие года, не помню, как он назывался. И самое интересное, что они выиграли его от компании Sony. Именно Sony был представитель, который очень прикольные ребята, очень прикольные сами как разработчики. И, в общем-то, вопрос был на чувство, что они видите. Ну, как бы, мы посмотрели действительно большое количество платформ и очень просто. Ну, как бы, и Sony, как по мне, очень плохая игра. Давайте пойдем дальше. Вайфон или в
покупать IP, там у тебя начинает двигаться источник. В принципе, этим уже сейчас никто не делаешь, но тем не менее, даже для примера, платформа, конечно, коробка. Что там еще есть? Netzwerk реализован самостоятельно, свой DevOps, при этом сразу есть несколько режимов создания. Когда девайс выступает в качестве сервера, конкретно все остальные, либо есть какой-то сервер в интернете, все конкретно это там прямо отдельно на спинке там прописываешься и отключаешься. Искусственный интеллект тоже. А в искусственном интеллекте есть такие опции, как создание ботов сразу же, которые идут либо как тимплееры, то есть когда ты играешь, и они играют за тебя, либо как NPC-синглер characters, но противники или враги. Есть кооператив плей, это поддерживается и на уровне сети, и на уровне интеллекта. В общем, масса всяких разных вещей. Давайте посмотрим, что же у нас делают на YouTube. Наращивать мускулы. Сначала они написали Havoc
системы искусственного интеллекта. Потом добавили Heroku Script, это Lua совместимая виртуальная машина, которая ориентирована именно на Heroku Developer исключительно. Потом они купили немецкую компанию Trinity, которая разрабатывала свой графический движок с редакторами уровней и со всем остальным. И в конечном итоге из этого вырос большой Hello движок. В начале этого года Intel, совместно с компанией Hello от ее лица, анонсировали Project Anarchy. То есть для создания игр на iOS и Android, на мобильных консолях. Ну, по поводу платформы мы можем чуть дальше посмотреть. Это был небольшой рассказ от создателей Hello и небольшая демонстрация, что же там и как чего происходит. Более того,
Вы должны были сначала связаться с компанией Microsoft либо Sony, у них получить лицензию. Лицензия вам приедет вот такой 20-килограммовый ящичек, который вы подключили к вашему компьютеру. Этот ящичек — это на самом деле девелоперская консоль со своей операционной системой, в случае всего. И после этого вы подключите к этому ящичку еще одну консоль, и дальше вы сможете разогнать. То есть процесс достаточно сложный, с одной стороны. Но с другой стороны, с учетом того, что подход один к созданию практически всех игр в Unity, экспириенс у вас нарабатывается. То есть, делая для каких-то простых платформ, вы в конечном итоге сможете претендовать на работу в крупных компаниях, которые разрабатывают для PlayStation Portable, например, PlayStation 3, либо Xbox. Юдика. Чуть меньше платформ, на самом деле, но по-хорошему та же ситуация. В принципе, на стиральную машину UDK вы уже не поставите, вряд ли вы договоритесь с своей компанией. Но, тем не менее, в общем-то, все большие игроки присутствуют на рынке. И Project Energy, потом еще меньше, значит, вы можете разрабатывать, под iOS, можете под Android. Windows идет только девелоперная платформа, то есть ее можно использовать для разработки, но нельзя использовать для выпуска игр. И Tizen. В общем, Tizen, если кто-то не знает, это такой продукт совместный 10 компаний, возглавили которую Samsung и Intel. Tizen будет запускаться не только на мобильных устройствах, но и на телевизорах. Также там есть часть инициативы по запуску Tizen в разных девайсах, типа там самолетов и систем, интерактивных систем внутри самолетов, возникательных вот этих длинных лайнеров, которые по 12 часов летают и не падают. И машины. Машина тоже как часть обязательной системы. Все. Которые уже могут заплатить.
лицензию на все исходные коды этого редактора. Я разговаривал с одним из евангелистов, с Олегом, скажи, пожалуйста, честно, сколько стоит ваша лицензия? Вот так вот, тихо между нами, я никому не скажу. Он говорит, значит, Леша, связь с нашим аккаунтом, как бы мы посмотрим на вашу компанию, посмотрим, как часто вы используете Unity, и с этого мы вам выскажем. То есть мы лицензию рассчитаем исключительно для вас. А, в общем-то, кто лицензирует обычно весь исходный код? Nintendo со своей Wii последнего поколения, они лицензировали исходный код Unity на 3,5 года, выпустили, то есть под Nintendo сейчас под Wii приставку программируется только игры программируются только на Unity, и все. Причем они, тоже один из моих вопросов был, а что если они возьмут и как-то модифицируют, настолько сильно модифицируют эту платформу, что это уже будет там не Unity, да? То есть нет ли опасения, что они в конечном итоге будут от вас, и программисты не захотят, потому что я вот как Unity программист, я умею это делать, но я не хочу там 3 года потратить на один день, а потом остаться один день. Потому что как бы такой закрытый набор данных, он везде востребован, набор данных, точно. Он сказал, что как бы они не будут его сильно менять. То есть можно абсолютно спокойно писать, тренироваться на обычном Unity, потом идти в компанию, которая работает с Nintendo, и говорить, что ребята, да, я знаю Unity, я могу у вас работать. И в принципе все ваши навыки по Unity, они останутся точно такими. В этой платформе Nintendo. Вот. Если еще одна такая интересная способ лицензирования, это как бы лизинг. Значит, 75 баксов в месяц платите, но не менее 12 месяцев. В общем, масса разных способов лицензирования. Ютика. Абсолютно свободно для некоммерческого использования. Абсолютно свободно для любых государственных программ. Абсолютно свободно для каких-то научных тем, для диссертации и так далее, так далее, так далее. Платить начинаете только тогда, когда одна ваша игра, которая использует конкретно этот ЮДК, начинает приносить в год больше 50 тысяч долларов. Вы платите после этого, вы платите роялти 25%, плюс 99 баксов за каждую установленную программу, за каждую установленную Unity редактор на каждом вашем компьютере. Есть возможность лицензировать полный исходный код. Сколько стоит, даже не представляю, потому что опять-таки формочка, пожалуйста, напишите нам. И много пока. Кстати, вот интересная история для образовательных целей использования языка. В Штатах очень огромное количество университетов, которые выпускают 3D-художника, как 3D-дизайн. Если вы в интернете находите UDK, 3DO, бла-бла-бла, там почти 90% запросов будет ссылки на какие-нибудь курсовые работы. Либо там, вот моя курсовая работа, или там дипломная работа по окончании мастерства курса такого, либо что-нибудь еще. То есть именно в Штатах очень огромное количество художников уже умеют работать с этими UDK, и, собственно говоря, это большой плюс для американской компании, которая работает на UDK. И Project N. Вот тут, наверное, и идет это название. Это полная анархия. Абсолютно бесплатно. Гарантированно бесплатно для iPhone, для Android. То есть не важно, сколько вы зарабатываете денег, не важно, что вы делаете, это все бесплатно. Зарабатывать их, пожалуйста. Есть несколько условий. Естественно. Первое условие, которое написано прямо на самом деле в этой рынке,
вопросам, видимо, комментариям, либо чем-то еще. Мы очень приветствуем как бы все вопросы, как бы, если мы вспомним, что это Intel плюс Samsung, да, стоит за этим всем проблемам, ну, точнее, Intel, Samsung там не совсем рядом, но тем не менее, то это очень-очень клево. Это возможность быть замеченной большой компанией, с одной стороны, а с другой стороны, все-таки халява. И второе, и тут тоже у нас Intel, если вы делаете игру для Android, вы обязаны выпустить эту же версию игры для x86 электропроцессора. Если вы делаете игру для Tizen, и на этот момент есть устройство такое же Tizen с x86 процессором, вы обязаны выпустить и на нее. То есть, как бы, таким образом, это аккуратненько нам намекает, что в скором будущем они все-таки начнут очень серьезную экспансию на рынок мобильных устройств. Давайте посмотрим, как сейчас я скажу, как инсталлируется эта штука. Unity. Все очень просто. Реально в 4-5 экранов. Мы сейчас говорим о разработке для iOS. Я буду рассказывать, что нужно, что же именно, чтобы написать для iOS. То есть на Mac мы ставим инсталляционные файлы, размер 1,28 гигабайта, 15 минут, распаковывается это в 4 гектара приблизительно, и сразу же все это работает из коробки. Есть Mac, есть iPhone, подключаем, запускаем, с экрана. Про Vision не нужно, я немножко про это расскажу. Unica. Тут очень интересная система. Видимо, сыграла свою роль ситуация, что движку очень много лет, и как бы тут Mac вам не нужен. Вам нужен Windows. На Windows вы ставите файл там, размером 54 гигабайта, и дальше собирать вы будете вашу iOS-игру, либо там вот iOS 3D приложение, использовать только Windows. Больше ничего. Это может быть оказаться большим неприятным минусом для native iOS девелоперов, с одной стороны, но с другой стороны, это оказывается большим приятным плюсом для гейм-девелоперов. Потому что как бы в основном гейм-девелопер живет именно вот в Windows-мире, исключительно там. По времени это приблизительно 20 минут. Все очень быстро, все очень просто. Все это я время замерял, устанавливал на этот чудо ноутбук, но перегружался в буткэм для Unica. Но тем не менее, все очень быстро. И Project Energy. Пойдите по всем статьям. Во-первых, для того, чтобы разрабатывать игры про Project Energy, вам обязательно нужен Windows компьютер. На него вы качаете сначала небольшой файлик, который докачивает, инсталляционный докачивает там кучу всякого фигни. В конечном итоге 12 гигабайт памяти, точнее диска, у вас уходит вообще на ночь. Кроме для того, чтобы программировать iOS девайсы, вам нужен еще MAC компьютер, на который вы ставите еще дополнительный файл. Разработка будет у вас вести для создания там, уровней интеграции только под Windows. Программировать вы можете и под Windows, и под Mac, но тем не менее вам нужно два компьютера, либо способ переключения для операционки, как это выставить. И на каждом из компьютеров это все съест в общей сложности 20 гигабайт свободного места. Инсталляция адская. Полтора часа при очень хорошем соединении интернет. Это вот так вот слетело, перезагрузки и так далее. Что мы получаем? Да. А что мы получаем, когда ставим Unity? Во-первых, визуальный редактор, в котором мы, собственно говоря, и фактически живем. Создаем миры, добавляем 3D-объекты, программируем физику визуально и так далее, так далее, так далее. Очень много вещей можно сделать, используя только вышку. С одной стороны, с другой стороны, для труд-кодеров, труд-девелоперов, Unity выглядит страшно, нигде не программировать, потому что тут нужно только рисовать. Огромное количество закладок, огромное количество параметров, оно в целом похоже, в общем-то, на 3D Max. Если все-таки нужны программисты, они там практически нужны, есть три языка программирования. Это C-Sharp, Unity Script,
что-то похожее на JavaScript, и Vue. Vue это Python-like язык, его я не знаю, кто использует. Уже сейчас опять такие разговоров с инсайдерами Unity. Как бы вопрос был, ну на чем лучше вообще писать на самом деле? И почему? Ответ был следующий, что лучше пишите на C-Sharp, потому что C-Sharp виртуальная машина, она все более и более становится совершенной с каждым годом. Как бы Unity-скрипт тоже чуть-чуть он там подгоняется, но не так хорошо. Ну там как-то так. Для чего он был создан, никто не знает для чего. С одной стороны. А с другой стороны, если вы запускаете Unity вашу игру на Windows платформу, на Windows Mobile, например, то там используется не MonoDevelop 2.6, виртуальная машина, а используется именно виртуальная машина самого телефона. Соответственно, перформанс очень сильно возрастает. Программировать это все дело вы можете либо MonoDevelop, которая идет по умолчанию, это такая Visual Studio, похожая идеишечка. Либо можно подключиться, если у вас есть Windows, можно подключиться из Visual Studio, там масса таких разных вариантов. Можно дебажи ставить в фонды, смотреть состояние, там все очень интересно. Как это происходит, собственно, в реальности? Если вы получаете доступ к своему коду, вы проводите C++. Я работаю
вот мы крупная игровая компания, в свое время имел возможность ознакомиться. Очень классный код, очень хорошо написан, C++, высоко профессиональный, и это очень большая радость для трудного программиста. Давайте посмотрим быстренько, как происходит дело процесса языка. Just for the iOS. Now let me go ahead and close this down. In our profile
Unity. Вы программируете полностью Unity так, или создаете свою игру, используя Unity так, либо там пишете свои C-Sharp скрипты. Дальше. В общем-то, всего 4 шага. Вы выбираете импорт, импортируете код, уже прикомбинированный Unity плюс ресурсы в выбранном формате, под выбранную платформу. Все это дело импортируется в один большой Xcode проект. Xcode — это среда разработки для Mac. Там вы открываете Xcode проект, прописываете provision profile. Это файл лицензионный, такой файл, ключи, которые нужны для того, чтобы подписать игру и запустить на iPhone девайсе, и запускаете. Каждый раз вы делаете имя. Вы сделали какие-то изменения, сделали какие-то там новые текстуры, новые уровни, делаете опять в новое место импорт, получаете новый Xcode проект, его собираете и запускаете. В Xcode вы не можете сделать ничего, только запустите все. Любые изменения в коде, любые изменения текстур приводят к тому, что ваша игра просто-напросто не запускается. А UDK. Все исключительно под Windows. Это, наверное, единственный графический движок, игровой движок, которому не нужен Mac. Нужны проигрыши файлы, естественно, но при этом вы в определенном последовательности их вставляете в среду. И дальше Windows вам собирает iOS исполнение кода. Можно его определенным образом подключать, если вы хотите отправить вашу программу в Google Store. Есть определенные визарды, но все исключительно только под Windows. И Project Energy. Адский ад собрать там, честно говоря, даже пример. Потому что сначала вы собираете под Windows все ресурсы, потом вы перекидываете эти ресурсы на Mac-машину, под Mac-машину вы меняете код, собираете код, все это в Xcode. Подписываете и получаете на iPhone. А, к сожалению, у нас не получается показать примеры, реальные примеры, поэтому вам будет интересно, подойдите, я вам покажу. Но как бы из примеров на Unity. Unity сразу будет с одним большим примером на Unibox. Это такая RPG-критическая игра, будет персонаж, стреляется в разных ботов, любую графику. Там есть уже огромное количество написанных скриптов интеллекта, скриптов поведения, текстуры и так далее, так далее, так далее. Все, что есть в этих примерах Unity, вы можете использовать абсолютно бесплатно, спокойно в своей игре. И это, собственно, пока что единственный пример, который идет с вот этой версией Unity. Epic Citadel — это пример UDK. Кроме этого примера, там запускается еще 5 или 6 простеньких примеров, которые там показывают всякие разные куски этого замка. Все вы можете использовать, естественно, так же, как и Unity. И Project Energy. Примеров 20, наверное, разнообразных. Есть игра Energy RPG. Очень похожа она по своей структуре на Diablo. Очень красивая, очень хорошо идет. Подходите, я покажу здесь на iPad. Собственно говоря, что выбрать? Тут, наверное, у каждого свои критерии. Как бы Unity — очень быстрый простой вход, очень простая инсталляция и очень распространенная сейчас среда на рынке, и именно на рынке Украины. На самом деле огромное количество игровых контор сейчас используют только Unity и все. Больше ничего. UDK традиционно востребован больше какими-то западными крупными конторами. Как правило, все-таки девелопмент ведется для больших взрослых систем, типа PlayStation, Xbox, но тем не менее на iOS и на Android тоже пишутся игры. Ну и Project Energy, как бы, если вы хотите погрязнуть в мир Game Development, по самому не хочу, это вот тот самый путь, который как бы да. Но на самом деле там очень интересно, потому что вы можете контролировать очень многие процессы вашей игры непосредственно на C++ код. И, собственно говоря, линки. Я вам рекомендую всем последний линк. Это большое количество книжек электронных электромобилей в хорошем качестве 2015 года. Я не знаю, вы не слышали эту презентацию или нет.
общем-то, у меня все. Я слушаю ваши вопросы, комментарии и предложения. А как стоит вопрос с этими разными куполовидовыми вещами, социал, пресс-форс, управление на сервер-центральном? Значит, все очень просто. В Unity все шикарно. Вы можете использовать плагины, которые можете писать на OpenGVC, есть огромное количество уже написанных плагинов. И проблема Unity в текущей версии, у вас вряд ли что-то получится сделать. Нужно либо получать полный исходный код, либо что-то придумать, но никак ничего не сможете делать. Project Energy пока нет ничего, то есть комьюнити только растет. Релиз был буквально недавно, никакой месяц, они зарелизились именно в версию релиза. Еще вопросы? Есть парочка вопросов. Первый вопрос – это туториалы. Туториалы, обучение. С Unity огромное количество видеотуториалов, которые можно найти. Раз. Второе, огромное количество ресурсов в интернете, всякие разные курсы и так далее и тому подобное. Очень большое русскоязычное комьюнити, которое поддерживается самой Unity. Плюс, начиная с этого года, Unity очень сильно взялась за русскоязычную аудиторию. Ездили, так сказать, журналисты технически по России, по Украине, то есть очень легко просто попасть на Unity семена. С UDK, в принципе, ситуация почти такая же. Есть огромный форум на самом сайте UDK, в котором рассказываются там всякие разные моменты, как чего, куда, почему и лучше. Но, опять-таки, в основном англоязычные какие-то вещи. Вообще, Англия проводит огромное количество всяких встреч. Но, как правило, это встречи за достаточно большие деньги. Полторы тысячи евро была последний раз вход за одного человека. Вот, причем там подписывается очень серьезные идеи, то есть соглашение по неразглашению. Но опять-таки это больше востребовано для программистов, которые там занимаются очень крупными системами. С Project Energy есть часть исходного кода, есть заголовочные файлы, есть форум. Но материалов очень мало. Если, допустим, вы видите по языкам, вы можете найти огромное количество книжек в электронном виде, в том числе на этом сайте, то Project Energy еще нет ни одной книги. Можно смотреть Hello, книжки по Hello, физические видео по Hello, книжками, но тем не менее там все равно придется эти знания адаптировать для медицинского. И второй вопрос. Так, а второй вопрос, виртуальная машина. Вот у меня впечатление создалось, что вот Unity 3D и какой там UDK, UDK вряд ли, но Unity, он больше рассчитан на виртуальную машину. Три языка поддерживается. Вот на самом деле Unity работает на виртуальной машине в конечном итоге. Там можно писать плагины на нативном языке, но там не все возможности вы можете использовать со самой среды. Но виртуальная машина, да. Для UDK тоже виртуальная машина, но в основном это игровая логика программируется в виртуальной машине. То есть все, что идет там ниже, впрочем, как видите, там вся физика, весь искусственный интеллект, он сделан на нативном языке, как нативная платформа уже скомпилирована, дальше появится интерфейс вверх к этому скриптовому языку, который используется. Спасибо. Пока. Пожалуйста, очень громко. Насколько сильно будет различаться поводок? Это вообще на самом деле вопрос очень интересный и непростой. Почему? Потому что для того, чтобы сделать один и тот же тест, да, для всех трех платформ, нужно очень хорошо разбираться во всех этих трех платформах, понимать нюансы. В общем-то, судя по тому, какие игры пишутся на Unity, какие игры пишутся на UDK, эти любые прыжки достаточно имеют большую перформанс. Вот. Можно, конечно, попробовать какие-то сделать тесты самостоятельно,
написать там, там и там. Но я не уверен, что это нужно. Движки очень классные, но, скорее всего, нужно смотреть больше по потребностям вашего девелопмент-тима. Сколько времени вы будете потратить на машины, какие машины, и так далее, так далее. Еще вопрос? Да. Еще один. А если мне надо создать простенькую игру, платформу? Простенькая игра, платформа. Ее можно очень простенько создать на всех, кто мешкам использует, все три мешка. Но в Project Energy вы найдете уже готовый проект, платформа там есть. А в Unity вы вряд ли найдете в самой студии, но можно поискать в интернете, скорее всего, то, что если он просто выкидывается огромное количество готовых мешков, то нормально, например, еще раз. То есть можно тоже поискать. Опять-таки, последние версии Unity очень хорошо поддерживают 2D, всякие разные вещи, 2D-объекты, 2D-физику. Поэтому, да, ну, UDK, в общем-то, можно как-то. Но UDK, мне кажется, больше рассчитан на 3D-платформеры, как 3D-графику. Не, ну, я, в принципе, вот по докладу вижу, что ну, тут расчет больше на мощное 3D-видео. Вот эти... платформа, вот то, что идет. Да, на самом деле, как бы игры, в общем-то, если мы посмотрим, да, наиболее там, ну, из двух птичек опускаем, да, наиболее там игры, приносящие деньги, то есть 3D связанные с 3D-миром, опять-таки, если вы знаете, есть такие интересные очки, Oculus Rift, Джон Карман, который был основателем Edison, один из основателей Edison и один из главных разработчиков ушел из Edison Software, из Edison, перешел в этот новый стартап, то есть, что я говорю, короче, такие здоровые очки реальности, но в чем отличие? Экран очень большой, то есть, как в IMAX, вы не видите границы экрана. Очень клевая штука, я вот пару месяцев назад пробовал и смотрел, мне показывали погружение моментально, до того, что на меня девочки потом сказали, вот повернись, пожалуйста, влево. Зачем? Мы сейчас клавиатурой будем управлять, но влево пойдет. Ну, там, пацаны. И вот я стою прямо, меня идут влево, и я вот начинаю падать в другую сторону, потому что ну, буквально за 3 минуты, пока мы разговаривали, я уже был в этом мире. Так вот, Oculus Rift собирается подключать их мобильным операционным системам, тоже iPhone и Android. Соответственно, как бы, это тоже очень большой рынок. Сделайте платформу интернешн. Ну, как это? Еще вопрос? Тогда громко вам спасибо, что вы потратили время, было очень приятно.